Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. В ознакомительной передаче я вам рассказывал, что я раньше работал в Российской государственной цирковой компании. Сегодня очень знаменательная встреча для меня. Приедет мой друг, которого мы не видели где-то порядка 7 лет. Он до сих пор работает в цирковой компании, правда, работает не с животными, работает артистом оригинального жанра, работает номер «Ласса» и номер «Хлысты». Ну, может быть, что-то новенькое добавилось в его репертуаре, потому что сегодня он приезжает с такой целью в город Кемерово, специально едет из Томска, у них сейчас гастроли в Томске находятся, он находится в Томске, и специально приезжает для того, чтобы приобрести щенка «Хаски». Один щенок у них уже полугодовалый хаски есть, очень красивый, зовут его Шаман. Приобретает он щенка здесь, в Кемерово, именно по внешним параметрам, похожим на своего первого щенка хаски. Я думаю, что, ну это, конечно же, мои догадки, что он приобретает этого щенка для того, чтобы сделать какой-то номер. Но не будем тратить события. Максим приедет. Думаю, подробно нам все расскажет. Спасибо. Привет, ну наконец-то мы встретились спустя 1000 лет. Я думал, где-то порядка 7 тысяч лет. 7 тысяч. Ты просто даешь советы правильные. Минимум демагогии, максимум практических советов. Это, конечно, мы посмотрели очень здорово. Ну, то есть вы собираетесь делать номер какой-то? Примерно какие-то трюки там уже по ходу будете изучать, да? Уже вот как нашу собаку способна, да, и там уже дежурство. Ну, какие задумали трюки, а они, в принципе, вот у нас этот наш Хасан уже делает. Все трюки, которые вам нужны будут. А что делает? Ну, я не буду брать вот это прыжки, да, понятно. И бегает, прыгает он, это у него в крови. Хотим, чтобы все собаки ложились и ползли все шестером. Это раз. Во-вторых, хотелось бы с тобой посоветоваться по поводу, значит, трюк следующий. Лежат подряд 6 собак. Бок о бок лежат, соответственно. Супруга обходит их слева, становится сбоку, дает команду, и они все поворачивают и кладут голову друг другу на шею. Обходит их, дает команду, и они переворачивают и кладут головы друг на друга, на шею друг другу, в другую сторону. А потом все ползут, соответственно, все ползут. И, конечно, когда прикрывает лапами голову, все это. И, в общем, хотим построить весь номер на синхронной работе всех собак. То есть если будет тигриная работа, если будет 6 собак, то 3-3 получается. Или по парам 2-2-2, 3-3-3. То есть шахматный порядок, обгон, параллельная парковка, обгон, параллельная парковка, грубо говоря. Вот такие трюки. То есть хотим сделать, создать номер без реквизитной, без туп, без заборчиков, без всякой вот этой лабуды, которую используют, как правило, все дрессировщики. Без трюков, которые используют. Хотим что-то сделать новаторское, что-то новое, соответственно. Все это стилизовать под... Почему это хаски будут? Потому что мы хотим создать номер... Северный какой-то. Ну, даже не северный, а больше... Потому что у нас есть номера в цирке с собаками, и все эти... Все номера, как правило, все номера, они северные. Все каких-то северный поясок, либо это какие-то... Вот приехали. Двухмесячный, он же, это был двухмесячный, этот месяц. Нет, двухмесячный. Двухмесячные они, да, они нам, они растут быстро. Да. Мы взяли двухмесячного, вот у нас в хаске, вот в машине сидит. Привет. Он такой был, привет. По двору нарезал. Привет. Да, 2 месяца он уже, знаете, какой будет. А что, не глистогонили, что не делали? Да, 21 день. Вот это красота. Привет, ребята. Вот это 4 месяца, да? Да, 4,5 месяца. Скажите, а что они не продаются? Почему? Что ты доплатишь? Вот почему? Вот вы счастливые обладатели хаски, довольны? Не знаем, как поведет себя наш 6-месячный щенок, как он будет относиться к своему новоиспеченному братцу. Но я думаю, что все будет нормально, потому что изначально он только вот
делает интересные глаза, обнюхивает, но не проявляет никакой. Никакой. А шаман его облизал. Ну хорошо. Шаман облизал его, значит, уже состоялся первый, так сказать, контакт. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост». Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится.